Всем привет, ребята! Сейчас сижу, собралась в спортзал и решила, я же не сняла видео. И поэтому сейчас я сниму видео о своих самых любимых средствах из косметики, которыми я пользуюсь постоянно, которые спасают меня, которые мне нужны всегда, везде, куда бы я ни летела, и без которых я не могу жить, которые убирают прыщи, помогают моему лицу оставаться худым, не отекать, я не знаю. Ну, в общем, все-все самое мое любимое будет в этом видео, поэтому... Оставайтесь со мной, и я сделаю еще конкурс для вас. Я не могу жить без этого масла. Это масло Moroccan Oil. Я пользуюсь им уже, наверное, года 3 или 4. Я пробовала других аналогов, и ни одно из масел, которые я пробовала, не сравнится с вот этим. Поэтому, как только на дне этой баночки остается где-то вот столько, я уже бегу заказывать или покупать вторую такую. А если сказать честно, то мне кажется, у меня даже лежит дома где-то еще одна банка. Единственный минус этого крема, то что он 60 мл, а не 50, и я не могу взять его в самолет. Больше минусов в этом креме нет. Это мой любимый крем от La Mer. Он выглядит вот так. Я использую его с этой подставкой, потому что очень удобно хранить его так. Здесь лежит ложечка, которая удобно... зачерпнуть крема сколько вам надо, нанести на лицо. И я скажу вам так, этот крем увлажняет лицо лучше, чем любой поход к косметологу, лучше, чем любое средство, которое вам может дать косметолог, лучше, чем все, что есть в этом мире, увлажняет ваше лицо этот крем. Я заметила вот такое магическое свойство, когда я забываю намазать его себе на лицо на ночь, мое лицо отекает, и у меня появляются щеки, мешки под глазами, а когда я мажу лицо этим кремом, я просыпаюсь, и моя кожа такая нежная, я не знаю, как объяснить. В общем, это лучшее, что можно купить для своего лица за деньги. У меня есть два фаворита, которыми я пользуюсь, и это две пенки для умывания. Одна из них это La Mer, а вторая это Clinique. Мне не нравятся гели для умывания, поэтому я всегда покупаю себе только пенки для умывания. Хочу сказать одно, после вот этого вот средства ваше лицо настолько очищается, что оно прям скрипит. Вот вы проводите по нему, и оно скрипит. Вот настолько сильно La Mer очищает вашу кожу. Еще у меня есть одна альтернатива, это пенка Clinique, которая тоже прекрасно очищает лицо, у которой очень удобная консистенция. Мне очень нравится эта баночка. Но все-таки... я пользуюсь вот этим. Раньше для меня огромной проблемой были синяки под глазами, и я не знала, чем их замазать. Все консилеры пересушивают эту область. Знаете, все только хуже, чем еще было. Долгие годы поисков идеального консилера. Я нашла 3 идеальных консилера. Но на данный момент я пользуюсь вот этим. Я считаю, что это лучшее тоже, что я нашла. Это консилер от La Prairie. Я не умею говорить слова, в которых много R, поэтому La Prairie я смогла, браво. А когда вы его покупаете, в запасе идет еще вторая упаковка дозатора, который меняется. Вот так вот меняется, достается, и у вас идет вторая запасная такая штучка, которую вы также вставляете. Закрываете. Огромный плюс этого консилера в том, что он увлажняет кожу. Помимо того, что он скрывает все недостатки, он увлажняет вашу кожу. Поэтому это незаменимая вещь, которую я постоянно с собой ношу. У меня есть любимый консилер от La Mer. Он идеально скрывает все недостатки на вашем лице. Сильно люблю, и он почти заканчивается. Раньше мне нравился консилер от Yves Saint Laurent, но после того, как я нашла вот этот вот консилер, этим я уже не пользуюсь. Я очень люблю корейскую косметику, корейские маски, корейские патчи, все корейское я очень сильно люблю. Не знаю, как они делают это все, но оно действительно работает. Первое, о чем хочу поговорить, это вот такой крем, который отбеливает кожу. Это крем Тони Моли, и он действительно отбеливает кожу. Я очень люблю белую кожу, я не люблю загар, поэтому летом для меня это незаменимая вещь. Но
Иногда я использую его не по назначению, и именно вот это я и хочу рассказать вам. Если у вас черные круги под глазами или синяки, вы можете мазать участок кругов этих под глазами, и он отбеливает это место. Он действительно отбеливает, и у вас больше не будет черных мешков под глазами. Следующий наш лот – это яйцо от Тони Моли. Это средство сужает поры, очищает их, убирает черные точки. Магия, магия скорее. Единственный минус этого средства – вот. Как бы оно огромное, а на самом деле оно не огромное. Но это действительно магия. Если у вас забиты поры, если вы хотите сузить их как-то, очистить, и не знаете, как это сделать, теперь вы знаете, как это сделать. Еще я очень люблю корейские патчи. Но, к сожалению, на момент съемки видео у меня осталась только одна упаковка патчей. Вот такая. И это самые плохие патчи из линии Тони Моли. Поэтому они у меня и остались. Это лучшая мицеллярная вода на Земле. Я узнала о ней, когда работала моделью где-то в Азии, по-моему, в Сингапуре. И визажист сказал мне, что это лучшая мицеллярная вода, которую я могу найти. Я должна купить именно розовую. И он был прав, потому что вначале я купила, по-моему, зеленую баночку, и она оказалась вообще не такой, как вот эта. Если вы пробовали вот эту мицеллярную воду, я уверена, что к другой вы уже не вернетесь никогда, поэтому я ее вам крайне рекомендую. Я покупаю ее уже тоже очень много лет. Я думаю, буду покупать еще очень много лет. Это масло от Kiehl's. Ночное масло для ночного использования. В общем, я не уверена тоже, как магично оно действует, но когда я забываю нанести его на ночь, я не вижу того, что вижу, когда я наношу его на ночь. С использованием этого масла лицо какое-то очень свежее, кожа светится, сияет по утру. На сайте Makeup, это мой любимый сайт, на котором можно купить косметику в Украине, потому что там есть абсолютно все, что я люблю. Я заказала духи Монталь, потому что я люблю Монталь. Я знаю, что все ценители обычно говорят, фу, Монталь, говно, мне не нравится, как можно купить Монталь. Мне нравится Монталь, я люблю запах ванили, поэтому я люблю его. Но я заказала не те духи, которые хотела. Эти называются Ванила Экстази. Я оставлю ссылку внизу, да. А я люблю Ванила Абсолют. Я по ошибке взяла не те, и эти мне не так нравятся, как Ванила Абсолют. В общем, я очень расстроилась, что я такая глупая. А теперь я хочу рассказать вам про конкурс, который мы проводим совместно с сайтом Makeup. Условия очень простые. Вам надо быть подписанным на канал Makeup, который я оставила в ссылках, и на мой канал, и написать комментарий с вашими тремя мастхэвами, без которых вы не можете жить. И рандомно мы выберем трех победителей, которые получат очень классные призы. Все призы, все ссылки, все, что будет, я оставлю внизу в шапке под этим видео. Так что все, я пошла в спортзал. Спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Спасибо за активность, которая вдохновляет меня. И я помню, что я обещала видео про скулы, и оно будет. Оно обязательно будет.